Имя писателя-историка Баира Иринчеева хорошо известно тем, кто интересуется историей советско-финских отношений. Андрей Ткачук как раз один из них. Именно он пригласил Баира в Барвихинскую школу и собрал за круглым столом представителей одинцовских общественных организаций, таких как «Жители блокадного Ленинграда», «Краеведческое общество», «Молодежный центр», для того, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Эта встреча эпохальная, потому что Баир Климентич – это, во-первых, современный историк, это современный военный писатель. Он, по сути, защищает точно так же историю, сохраняет историческую память. И самое главное, он систематизирует этот колоссальный объем данных, который просто нет времени сейчас, ну, вот, как-то самостоятельно изучать. То есть вот вместо десятков тонн книг получается одна, иногда детская, из которой очень быстро можно почерпнуть нужный ответ. Историк познакомил гостей со своими книгами «За оборону Севастополя», «Прорыв Карельского вала». Одним из направлений деятельности писателя является детская познавательная литература, в которой собраны рассказы о Великой Отечественной войне. Серия называется «Прадедушкины медали», посвящается вот основным битвам Великой Отечественной войны. И рассказ ведется таким достаточно простым, адаптированным языком для детей. Такая выжимка небольшая на 30-50 страниц с иллюстрациями, с картами. Объясняется, вот как происходили боевые действия. Фойе-школы состоялась торжественная передача виртуальной книжки, а точнее ее цифрового макета, посвященной битве за Ленинград. Помимо виртуальной книги, в библиотеку школы были переданы и новые издания Баира Иринчеева. Вот эта книга «Прорыв Карельского вала» вышла совсем недавно, то есть она вышла буквально там месяц назад, и она посвящается, можно сказать, финальной фазе битвы за Ленинград, то есть это выборгская наступательная операция, освобождение Карельского перешейка и освобождение Выборга от финских войск и замирение с Финляндией. То есть это тоже вот то, что, как правило, остается за рамками описания битвы за Ленинград, но, собственно, тем не менее, вот северная история здесь полностью представлена. Кульминацией мероприятия стало открытие мемориального объекта «Одинцовский Невский проспект». Его длина составляет 6 метров. Среди представленных экспонатов основная часть – оригиналы. Стрелковый щиток, номерной знак, два громкоговорителя, малая саперная лопата, щипцы для тушения зажигательных бомб, голова льва, армейский шлем, блокадные весы, оригинальные карточки на еду и хлеб 1942 года. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».